Я нарисовала Яузово, окрестности Свиблова. Мы там с семьей проводим время, катаемся на велосипедах, устраиваем пикники. Больше всего мне понравилась река. Она такая красивая, переливается из голубого в зеленый. На картине изображен храм Живоначальной Троицы. Я решила изобразить именно его, потому что сам храм очень древний. И я решила почтить наших предков. Однажды я вместе со своей преподавательницей пошла на летний пленэр и нарисовала эту беседку. Я вдохновилась. Эта беседка, как храм воздуха, спроектирована так, что она как будто парит над землей. И в сочетании с мостом, символом земли, они создают гармонию воздуха и земли на картине. И, конечно, крайне приятно, что сегодняшнее награждение в жемчужине Северо-Восточного округа, в усадьбе Свиблов. Главное сегодня наши герои – это вы, ребят, гордость нашего округа. Я вас поздравляю, вы замечательные, те картины, которые вы создаете, тоже, наверное, в какой-то период времени станут объектами культурного наследия нашего округа.